Привет, зритель. Сейчас тебя ждут пустые баночки ноября. Я не стала ждать, когда уже вот конец месяца подойдет, и все из них уже, из этих пустых баночках, или опустающих баночек, которые хотят стать пустыми, все уже выдавится, и решила обозреть сегодня. Вот у меня заканчивается, там чуть-чуть совсем осталось, я думаю, что вот оно уже 30 ноября будет совершенно пустое. Очень классный крем для рук, он же крем для рук и тела, регенерирующий, следуя за мечтой с мышкой. Символ этого года. Крем для рук и тела, регенерирующий серии «Символ года». Евролайн. После вскрытия 12 месяцев. Это подарок был от подписчицы Лёлечки из Тюмени. Очень хороший крем. Спасибо тебе, Лёля. Очень классное средство. Я думаю, что оно довольно бюджетное. Мне кажется, его, скорее всего, возможно, продается в фикс-прайсе. Я очень редко бываю в фикс-прайсе именно благодаря Лёле и вообще всем, кто мне когда-либо что-либо дарил. Мыльно-рыльная. Поэтому не очень в курсе, но у меня от Евролайн была какая-то вещь, которую покупалась ли именно в фикс-прайсе, когда-то еще давно. Ну и я как-то пару раз в фикс-прайсе видела что-то от Евролайн. Вот. Он у меня заканчивается. У меня осталось на пару применений буквально. Это корейская зубная паста. Очень долго мне её хватило. Я не знаю, месяца на 4, если не больше. Это прополис, с прополисом и маточным молочком. Очень экономичная, очень классная, хорошо чистила зубки. Зубы, конечно, свежие новые, после нее не выросли, но хуже не стали. Буквально, можно сказать, вот с этот ноготок, даже можно с половинку ноготка на зубную щетку, и вполне хватит почистить зубки. Вообще, я люблю корейские зубные пасты. Она вот откручивалась, до этого у меня были две корейские зубные пасты, у них снимался колпачок, и в ролике, в который я на этой неделе выкладывала уже покупок сезону ноябре, есть две зубные пасты на более две по цене одной, тоже корейские, Dental Clinic 2080 Kerasis. Вот это я не уверена, что это Kerasis или нет, но как бы у меня и коробочки не осталось, а единственное, что я там обнаружила, что вот именно прополис, натуральная зубная паста. И те крышечки тоже снимались, а вот от Dental Clinic, который Kerasis, а это у нас откручивается. У меня практически закончился, осталось на два применения. Он не был заявлен на уход ноября, но я так поняла, что мои волосы устали от Green Mama, и поэтому я взяла этот шампунь. Это тоже подарок от подписчицы Лёли. Это Avon, шампунь для всех типов волос, превосходное питание, драгоценные масла, 250 мл. Edwin Technic. Вот волосы у меня как раз им помыты, последний месяц практически я им использовалась. Внутри 5 комплекс, видимо, 5 масел или что-то в этом роде. Очень классный шампунь, приятно пахнет, мне очень понравился, он не концентрированный, и можно нормально помыть волосы, вот спенить там. Единственный минус – это чисто крышечка, очень туго иногда открывается, мне приходилось иногда подцеплять полотенцем, чтобы открыть, потому что иначе было больно пальчик. Очень классный шампунь, первый раз вот таким пользовалась, Advan Technic, именно вот в таком флакончике, спасибо, Лёля. Если вдруг не знаете, что мне подарить, то вот такой шампунь классный. Если вдруг не знаете, чем помыть ваши волосы, а он для всех типов волос, вот у меня жирные и тонкие, то этот шампунь я вам очень советую. Спасибо, Лёле, это отличная вещь вообще. У меня закончилась штука, которую я когда-то покупала еще у своей подружки, которая была в 125-й раз представителем Avon. Это Avon True Nutri-Fi, глубокое питание с маслом семян миндаля. Подходит для чувствительной кожи, протестирован на аллергенность, не содержит парабены и красители, смываемый, увлажняющий лосьон, кондиционер для тела. Комплекс Active Seed для сухой и очень сухой кожи. Я не поняла эту штуку. Она у меня чуть меньше, чем 3 года стояла, а может и 3, в ванной. Тут я ее обнаружила внезапно, вау, у меня какая штука есть. В итоге я ее использовала как жидкое мыло для рук, он так приятно пахнет. Не то чтобы мылиться, но руки после него чистые, и вот он закончился. После вскрытия 12 месяцев, хотя месяцев прошло, наверное, больше. Глубокое питание с маслом семян миндаля. Люди, если вы вдруг чем-то таким пользовались, дайте знать в комменты вообще, как вам это. Может, это я такая непонимающая. Я просто реально, как бы написано, что вот вы приняли душ, смыли себя все, потом эту штуку нанесли и снова ее смыли. Я смывала ее, и мне хотелось еще чем-то намылиться, чтобы ее совсем смыть. В итоге я поняла, что надо его просто использовать как
Жидкое мыло для рук. У меня сегодня закончилось. Вообще, возможно, там еще бы, наверное, схватило, но что-то я так усиленно выдавила очень много. Зато волосы пышные. Бальзам итальянский, Генера, Бальзама, Элемина, Ноди. С цветами хлопка и маслом персика. Дольче Натура. 95 рублей 500 миллилитров. По-моему, 95 они стоили. Я там покупала в нужных вещах. Хорошая штука. Волосы не спутываются после него. Мягкие, шелковистые, пушистые. Все в таком духе. Можно их завить плоечкой. Они будут долго держать завивку. И объем. Вот он закончился. Но я нашла для себя средство. Хотя, вот знаете, эфирное масло в воду я наливала лавандовое. Оно действовало, как вот распутывало волосы. Эфирное масло апельсина уже не так действует. Я хочу посмотреть, вот с маслами, которые у меня остались, что, с каким маслом еще подобный эффект будет. Но если что, вот при случае посмотрю такой бальзамчик. Очень хороший, универсальный, я вам всем советую. И бюджетно довольно-таки. У меня закончился гель для душа Avon Senses. Это тоже подарок от подписчицы Лёлечки. Драгоценные масла, алая, роза и пачули. Крем-гель для душа с органовым маслом. Слушайте, такая классная штука. Он так хорошо пах, он хорошо пенился. Все такое тут немножко осталось. Я туда наливала воды, чтобы уже все вот так выдавить. Он у меня закончился, ну, буквально дней 5 назад. Ну и, короче, вот как-то, вот, можно тут еще отсюда додавить. Очень классный аромат, держится на коже, немножко напоминает ароматы Рис Нуара и вот другого геля для душа, который у меня сейчас в запасах, и тоже от подписчицы Лёлечки подарок, и тоже эйвоновский, это «Нежная любовь Парижа» или что-то в этом роде. Очень классный аромат. Если вы любите вот такие ароматы, как Рис Нуар там или... еще похоже на него Суэликсир Буассенсуэли Фрашевский, то тут гель для вас вообще находка. И аромат довольно надолго остается на коже. Ну и хорошо как бы мылит, пенит, все такое. Единственное, что иногда было ощущение стянутости кожи, не знаю, с чем связано. У меня закончилась эта чертова пенка. Не, на самом деле это пенка и Фраше Гидровежиталь. Ультрафлэш клининг гель. Это гидровежиталь, очищающий гель интенсивного увлажнения 125 мл Франции. Он мне как-то достался давно-давно в подарок за заказ. Я его специально выбирала. Он очень экономичный на самом деле. Особенно если им редко пользоваться. Хорошо смывают губную помаду или какие-нибудь такие блески термоядерные или бальзамы для губ. Не стягивает кожу, не сушит. Он, видимо, увлажняет. Но как бы, знаете, вы ему мылись, а вот бывает иногда водой мыешься, и все равно кожа стянутая потом. А этим умоешься, и ни холодно, ни жарко. Кожа не стянутая. Наверное, он все-таки увлажняет. Но у него дырочка большая, и там выдавливается очень много. И за счет этого кажется, что он не экономичный. Но все равно довольно надолго хватило, где-то на полгода, если не больше. У меня почти закончилось, но думаю, ее надо выкинуть. Это Green Nova. Хотя я вот тут глянула, что я все смотрела, мне казалось, там какое-то число стояло. В общем, у меня живет 2 года. После вскрытия 6 месяцев. 6 месяцев, я думаю, может, еще и не прошло. Она до ноября этого года, то бишь до конца ноября этого года, конец ноября еще не случился, еще сегодня вот вроде как 28-е. Маска-пленка для проблемной кожи, ромашка и подорожник с витаминами ПП, К и С, это Green Nova серия от Green Mama, витаминная косметика. Я буквально сегодня ее наносила, еще вчера наносила. У нее поменялся цвет, она стала пахнуть как-то, ну, какой-то кислятиной. Я ее открыла, и все, что тут было наверху, внезапно стало на крышечке. Отплюнилась. Может, она не хотела, чтобы я ее выкидывала, и как бы говорит мне, Лёль, попользуй меня еще один день. В общем, может быть, я дам ей шанс. Она хорошо очищала. Я даже под конец ее пользования научилась снимать за одно применение сегодня, вот буквально снизу и на всю лицо. Мне она пришла в подарок за заказ на Green Mama, но знаете, вот я бы сама такую маску не купила. Во-первых, я не люблю маски-пленки, во-вторых, вот старая Green Mama, она может жить года 3 или 4, с ней ничего не случается. С одной стороны, возникает вопрос, а слишком ли она натуральная, ну потому что натуральные вещи столько не живут. С другой стороны, она и не портится, и хорошо. У меня тут пробник вот этот закончился, кажется, я его обозревала, возможно, даже стрим какой-то ему посвящала. Сел Дазур. Он еще немножко пахнет. Но аромат у него изменился на унисексовый такой, ближе к мужскому парфюму.
смахивающему на Evidence Green для мужчин от того же Yves Rocher. Или на все эти мужские ароматы от Avon, потому что, мне кажется, мужские ароматы от Avon все на одно лицо. У меня было еще два пробника, заявленные на ноябрь и фрашевские, но еще два, которые я подарила Лене из Евпатории и там духи, которые я как бы не приварю. И два вот как раз по типу таких новинок, но я их еще не вскрывала. Что-то у меня руки к ним не идут. Они так и лежат у меня на полочке. У меня закончился хэм, лаванда, конусы. Я когда-то на Озон покупала очень классные штуки. Мне вообще нравится хэмовская... И аромапалочки хэм, и вот конусы хэм. Конусы я первый раз использовала. Это индийская фирма хэм, ей 35 лет, если уже не больше. Очень классная. Заказывала на Озон, не помню почем. Но знаете, вот предыдущий ролик и тот, который я неделю где-то назад выкладывала от MyIndia, тот самый магазин, интернет-магазин юридических товаров, где по моему промокоду Ivy Forever будет на заказ скидка 6% и бесплатная доставка там на все товары, минимальный заказ от суммы 999 рублей. Вот там есть, по-моему, если не такие, то есть просто конусы какие-то, именно вот от HEM, очень классные. Но это если вы любите ароматерапию. Меня они очень бодрили. На меня вообще некоторые ароматы очень странно влияют. На людей, допустим, усыпляют или еще как-то. А меня бодрят. Так, у меня тут это масло как раз лаванды закончилось. Эфирное масло. Лаванда 17 мл. Что ж за фирма-то такая? Амонд. Я, кажется, его покупала в Ашане. Что-то не очень и дорого. Это масло меня последнее время спасало. В основном, как я несколько капель наливала в кастрюлю с водой. Кастрюлю ставила на газ. И вода догревалась. А я ее разбавляла. Где-то так 50 на 50, и мыла волосы. И волосы не спутывались после применения шампуня. У меня закончились эти духи. Это, ну, вообще-то туалетная вода и фраше. Утро в саду, уже снятость. Утро в саду, череш. Ну, цветок вишни, короче говоря. Снятость, не череш, конечно. Может, и череш, фиг знает. Мне почему-то череш произнесла, как у Эвана есть какие-то духи такие, которые пахнут хрен знает чем. В общем, утро в саду, цветок вишни. Оно закончилось. Хоть оно и не было заявлено на ноябрь, там было совсем чуть-чуть, я как-то пару раз его, рука к нему тянулась, а я на себя иногда выпрыскивала чисто дома даже. Редкий случай, когда я на себя духами дома прыскаю просто для того, чтобы пахнуть. Просто чтобы пахло вкусно. И вот они закончились. Очень жаль. Очень классно. Если у кого-то есть в загашнике, радуйтесь и используйте. У меня закончилось одно из последних средств Yves Rocher. Есть еще один крем день и ночь, но он еще пока в запасах и даже не открыт. И однажды я его запользую, это Yves Rocher. А так от Yves Rocher у меня практически ничего уже не осталось в уходе. Только несколько парфюмов. Я его уже тут прям домазала. Может, пальцем, конечно, можно подцепить и намазать совсем. Это у нас лимитка Нового года, хрен знает какого года вообще выпуска. Это красное яблоко, Red Apple, Pomme Rouge. Вообще оно бы дожило до августа 21 года, но закончилось сегодня. Ну, не сегодня, конечно, на днях оно закончилось. Это вот бальзамчик очень классный. Хорошая такая гигиеничка. Мне очень нравится подобного типа бальзамы в Yves Rocher. Они до сих пор еще делаются во Франции. И я не против бы такой, один из таких бальзамчиков иметь у себя в коллекции, но, к сожалению, вот как-то пока не получается. У меня не то, чтобы он закончился, я его когда-то разбавляла даже. Этот лак я покупала еще, когда была, работала у своей сестры в магазине FIFA, и ко мне еще тогда приезжала Ленка Снегирева, по-моему, вместе с ней его и покупала тогда. Это белорусский лак, внезапно. Когда-то давно у меня случилась ветрянка, и спустя сутки я проснулась от того, что мне руки было больно, у меня выросли ногти, не поверите, зрители. Раньше у меня ногти практически не росли, там лет 6 где-то. У меня выросли ногти где-то за сутки на 1.5 сантиметра. Вот эта вот белая часть. И я, чтобы просто как-то удобрять, так и ногти можно было красить, и им было хорошо, я первый раз купила вот такой лак. Потом я его потеряла из виду и уже увидела в другом совершенно магазине. И вот это, наверное, третий уже флакончик, который я себе купила. Как бы я купила себе, и Ленка тогда хотела, и ей, соответственно, купила тоже. Я не помню, сколько он стоил. Дата изготовления в март 2017 года. Но у него срок уже, наверное, совсем прошел. Он, помню, загустел, я его немножко разбавила жидкостью для снятия лака.
А потом случилось так, что он просто высох именно вот в этой части. Я пыталась его открыть плоскогубцами, но не случилось. И поняла, что, наверное, он уже того. Хороший лечебный лак. У меня тут несколько пробников еще есть от Avon, закончившихся. Это Summer White, туалетная вода. Avon обычная. Ну, просто чистый Summer White. Это у нас Premier Luxe. Парфюмерная вода. Слушайте, так обалденно пахнет. Она мне так понравилась вообще. Очень супер. По-моему, что-то такое сладенькое и теплое. И Persif Dieu. Тоже туалетная вода от Avon. Ну, как бы не то, не сё. Я ждала, когда же ты закончишься, Persif Dieu. И вот он закончился. И по ходу дела это все мои пустые баночки ноября. Я думаю, что, в принципе, их немало в этот раз. Может, не слишком много, но и немало. Всем спасибо за просмотр. Зрители, если вдруг у тебя какие-то подобные средства были в твоем уходе, и там ты хочешь поделиться своим мнением со мной, я буду очень рада почитать твои комментарии. Если вдруг какие-то возникнут вопросы, то с удовольствием на них отвечу. Всем пока! Не забудь поставить палец кверху.